Ладно, нет, тут 5 минут видео заснять. Да. Инки даже, она тебя снимет, как на реально. Да? Так. Меня зовут дядь Митя. Короче, я иду куда-то в прорубь. Зачем-то нырять. Время 1 ночи. Дороги не вижу. Да. Короче, иду я. Главное, не мимо тропинки идти. Так, сейчас я выйду, еще надо, блин. Я на крещении сейчас буду купаться. Тут все люди купаются. Поближе подойдешь? Да, я подойду, подойду. Так, давай меня немножко сними. Ага. Так, меня зовут дядь Митя, я купаюсь именно для вас, крещение, все. Пошел. Не можно, а думаю. А, да. Олег, а ты когда успел искупаться? Я первый бегал. Я вас поснимаю. Класс. У меня камера нет. Так, всем ставьте лайки. Короче, что там нужно еще сказать? Так, меня зовут дядь Митя, всем ставьте лайки, всем удачи и пока. Купайтесь, да, на крещение, будьте моржами. Вода на самом деле теплая, градусов 0, но вода огонь. Фу. Не, на самом деле вот так купаться классно. О, не, мне понравилось. Ну еще разочек. Что, я нырнул. Все было, конечно, шикарно. На крещение всем надо. Фух, я даже, конечно, не ожидал то, что я сегодня поеду куда-нибудь. Но не зря съездил. Чувствую себя, как заново родился. Ощущения просто сказочные, классные. Все, ставлю лайк. Всем удачи и всем пока еще. We'll be right back.